Чё, дома сидишь, да? Круто тебе, да? А я иду. Куда иду? Тебе скажу. А куда это намылился дрожжа? Я знаю, сейчас я вам все расскажу. Ну а для начала спецэффекты. Всем не в огне лага, зрители и подписчики канала Дрожжа. С вами Жека. Ну, если вы вдруг не знали, да? Тем не менее, сегодня у нас будет не особо такой обычный ролик. Он будет действительно разговорный, но нарезанный и более-менее, я думаю, надеюсь, по крайней мере, скомканный и короткий. Как многие из вас наверняка знают, я уже давненько живу в Питере. И вот, в один из прекрасных моментов меня пригласили на одно достаточно прикольное небольшое мероприятие. Называется оно «Виртуальность против реальности». И тема будет «Как стать ютубером». Окей, и внезапно пригласили меня. Ну, вот Жека Дрожжа, я ютубер, и пригласили меня, типа, рассказать, как я стал ютубером, что-то рассказать, какие-то интересные фактики. И в общем и целом, ребят, если вы кто-то из вас живет в Питере, вам интересно посетить данное мероприятие, может быть, вы сами когда-либо задумывались, а как стать ютубером или что-то в этом роде, или просто лично со мной поболтать, потому что я туда как бы намереваюсь все-таки прийти, то, конечно же, ребят, ссылочка есть в описании, приходите, будет прикольно, поболтаем. В общем-то, я там расскажу не только за себя, за свою жизнь, как я докатился до того, чтобы стать ютубером. Естественно, я там еще расскажу некие интересные моменты, которые вряд ли я когда-либо рассказывал на стримах и вообще в личных разговорах, в Дискорде и так далее, да? Так что, ну, желательно посетите, если вам будет действительно интересно. Выглядит, конечно, будет все вот так вот, возможно, вам плохо видно, да? Вот. А тут мой логотипчик, вот старенький. Ну, я уже немножко поменял. Но мероприятие на самом деле готовилось достаточно давно, уже с месяца, несколько месяцев, даже, скорее всего, полтора-два. Вот, и тут, вот, как вы видите, буду я. Это все будет происходить 2 марта. 2, вот уже скоро, да. В 17:00. Виртуальность против реальности. Как стать ютубером? Гость Жека Дрожжа. Больше 160 тысяч подписчиков. Обалдеть, это все я. Вот это я ЧСВ. Все это будет происходить мероприятие в библиотеке имени Рубцова. Кто не знает, адрес будет, конечно же, опять-таки в описании. В общем и целом, друзья, даже если вы никогда не задумывались стать ютубером, да, и просто у вас есть свободное время, приходите на мероприятие, вместе с вами поболтаем, мне будет интересно посмотреть на моих, так сказать, зрителей, что, пофоткаемся, может быть, да, где-нибудь, может, я даже, кстати, закину куда-нибудь это, почему бы и нет, интересно было бы. Ну а с вами был я, Жека Дрожжа. Всем спасибо, что вы смотрите видеоролики, что вы подписаны на канал и ставите лайки, это большого стоит. Я вам очень сильно за это благодарен и жду вас, конечно же, на этом небольшом мероприятии. А еще я косо шляпу как-то одел. Вот так лучше. Всем удачи, до скорого и не голодайте. Ты это, приходи, ну серьезно, я ж тебя конкретно жду, именно тебя.